Привет! Сегодня мы будем делать колясочку для пупсика из яичной упаковки. Эту игрушку для ребенка вы можете сделать своими руками из бросового материала. И это не потребует материальных затрат. Для изготовления колясочки нам понадобится яичная упаковка, деревянная шпажка, 3 трубочки для коктейля, линейка, ручка, ножницы, резак, кусачки, пробка от пластиковой бутылки и клей-пистолет. Разрезаем яичную упаковку. Рисуем 3 детали для колясочки. На крышке яичной упаковки с помощью пробки от пластиковой бутылки рисуем 4 колеса. Вырезаем все детали. Вдавливая пробку в колеса, создаем на них рисунок. Ячейки с прямым краем приклеиваем страховочные ремешки. Приклеиваем капюшон. Переворачиваем сиденье и приклеиваем отрезанную трубочку снизу по краю сиденья. Отрезаем вторую трубочку длиной 4 см. Ручкой намечаем расположение второй трубочки по верхнему краю окружности в центре ячейки. Разрезаем деревянную шпажку пополам. Вставляем шпажки в трубочки. По обеим сторонам трубочек на осях делаем клеевые валики
На оси нанизываем колеса и приклеиваем. Из остатков упаковки вырезаем маленькие кружочки, рисуя их с помощью наконечника от ручки. Наклеиваем кружочки на колеса. Из двух трубочек для коктейля делаем ручку. Отрезаем по 2,5 сантиметра от двух трубочек. Отмеряем от гофры по 5,5 сантиметров и отрезаем. Делаем надрез и соединяем трубочки, формируя ручку. Переворачиваем колясочку и приклеиваем ручку. Колясочка готова. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Царь Соломон в своих притчах сказал: «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих».